Приветствую, друзья, и добро пожаловать в Империю Добра. Сегодня мы поговорим о том, что является приметой времени. О том, к чему мы привыкли, но чего на самом деле больше нет. А именно, привычного нам общества, общественного мнения и влияния коллектива на человека. Постепенно, с течением 20 и уже 21 века, мы теряем все то, что мы привыкли называть обществом. Общество становится словом с нулевым содержанием. Потому что, задумайтесь, ведь мы зачастую, живя в городах, даже не знаем имен своих соседей по лестничной клетке, не говоря уже о тех, кто живет на других этажах. В целом, мы утратили привычные формы коллективного бытия. Мы очень мало что делаем вместе. Мы перестали выходить на субботники. Мы даже мало взаимодействуем с людьми в трудовом коллективе, потому что большинство людей работают в офисах, где скорее коллектив проблема создает, чем реально является формой сотрудничества. У каждого своя очень узкая специализация, он ее выполняет, ну, надеясь, что остальные делают свое дело, но зачастую даже возникает конкуренция за ресурсы и внимание начальства, то есть коллектив влияет зачастую отрицательно. А формы коллективного, физического порой труда, пускай, ну, не в качестве специальности, да, но как некий образ жизни, вот, что делать что-то вместе, да, были во многом утрачены. Мы в лучшем случае встречаемся с нашими взрослыми товарищами на собраниях родителей в школе или в детском саду. И вот этот феномен о том, что был утрачен сосед, и мнение соседа перестало быть важным, да оно никак на тебя не влияет, да ты даже не знаешь этих людей. Вот. И на работе тоже не так уж важно, что о тебе думают другие, лишь бы начальство одобряло и зарплату платили. Ты становишься функцией. Если ты злоупотребляешь алкоголем и совершаешь какие-то морально осуждаемые поступки, да кто тебя даже осудит? Кто будет тобой заниматься? Значит, если работу выполняешь хорошо и ладненько, да? Нас это больше не касается. Как ты воспитываешь детей? Приходишь с работы в 11 часов вечера, да, говоришь сыну привет, это твои проблемы. Да? У нас исчезло понятие о том, что мы сторожа братьям своим. И кто, если не мы? Да? И самое главное, это проникло в идеологию и деятельность средств массовой информации. Сейчас даже какой-то выдающийся доблестный поступок, образец добродетели, спасение товарищей, гибнущих или раздача своего имущества, перестало быть событием, которое реально привлекает внимание народа. И парадокс в том, что даже плохие события, но яркие, становятся гораздо более популярными, чем скромные дела добра. И поэтому зачастую, с точки зрения мира всего, материальной, порой бывает выгодно быть скандально известным. Да? Как появилось чудовищное выражение о том, что нет плохого пиара, даже черный пиар хорош, лишь бы о тебе говорили. И это реальная примета времени. Мы с вами должны осознать, что мы живем именно в таких условиях. Когда выгодно быть ярким, и порой даже негативно ярким. И если мы видим это транслируемое о людях первых мира сего, то же самое будет и в малых коллективах, и в классах, и в школах, и в колледжах, и в вузах. Да? То есть исчезло однозначное моральное суждение, понятие о правильности прежде всего. Мы видим о том, как люди, которые совершали поступки абсолютно предосудительные с точки зрения человеческого достоинства, оказываются в центре внимания телевидения и неоднократно всплывают, и на этом зарабатывают себе какой-то капитал, снимают ролики, о них идут передачи, и получается, что они вот получили свои 15 минут славы, теперь они все знают. Да? И, к сожалению, тщеславие – это одно из, ну, не самых хороших свойств человека, и поэтому, когда мы видим успех этих людей, видим их на телевизорах, неизбежно возникает желание повторять, подражать. Ведь во что смотришься, в то и обращаешься. Это мы с вами описали проблему. О том, что добрые зачастую оказываются потеряны в массе разных других сообщений. Информации стало просто так много, что именно влияние общественного мнения, как даже похвала или осуждение, даже похвала, понимаете, исчезает. Ранее, для примера, если ты совершил какой-то доблестный поступок, помогал милиции, спас утопающего, посадил, не знаю, в сад, а тебе обязательно пишут районная газета, которую люди читают, а может, потому что живут в этом районе, и это один из важных для них источников информации. Было достойным и, прямо можно сказать, ну, мечтой попасть на страницы газеты «Правда», которую читала перед вся страна. А сейчас источник информации, которые вроде бы читают много людей, очень много. И каждое отдельное событие тонет в них. И поэтому ощущение общественного мнения, поощрение, похвалы или осуждение исчезает. Но в этой проблемной сфере есть у нас и оружие, и возможность победить. Привычные механизмы, когда общественное мнение формируется само собой, и мы говорим, вот, там, изменять жене плохо, да, значит, надо хранить верность в браке, нужно быть честным, не злоупотреблять алкоголем, значит, помогать товарищам, защищать слабых и прочее. Вот эти нормативы
перестали работать. На миру красная смерть. Да? И сейчас получается, что настолько много тебе рассказывают, что порой выгоднее быть на миру известным благодаря деяниям неприглядным. А твои добрые дела зачастую остаются без внимания. Но мы можем кое-что поделать. А именно, православные, верные, достойные патриоты своего отечества могут объединяться. Могут объединяться в информационное сообщество. Ведь у нас тоже есть средства информации. И интернет, и возможность пробиться, значит, создать информационный повод. Даже для телевидения. Если мы будем вместе высказывать общую позицию, соединенную не одного человека, не двух, а групп тысяч, сотен. Да? Как говорится, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Но мы должны реально стремиться к тому, чтобы единообразно выступать против всего, что мы считаем вредным. Против плохих фильмов, выставок и прочее. Должно быть однозначное моральное осуждение. Или, а еще лучше, бойкот. Вышел фильм, который мы считаем вредным для нации, враждебным России и нашему патриотическому и нравственному сознанию. Организованно ведем кампанию по его бойкотированию. Да, кого-то наоборот она привлечет, но на первый раз, на второй, на третий, а потом это начнет работать. И люди, которые мыслят только категориями мира сего, как бы заработать денег, поймут, что с мнением людей надо считаться. Просто раньше могли рассчитывать на то, что это мнение само сформируется, и людям это так донесут, ну, вроде общественное мнение. Сейчас, без усилия воли, без решимости, это мнение сформировать нельзя. Необходимо пробиваться сквозь волны информационного хаоса и огромного количества ненужных сообщений. Но мы можем это сделать. Это посильно каждому из нас. Даже объединив свои усилия в аудиториях тысячи миллионов, которые есть сейчас в социальных сетях, ну, будь то ВКонтакт, Одноклассники и другие, даже социальные сети Елец, собственно говоря, которые объединяют более 100 тысяч человек, это уже существенный информационный ресурс. И мы можем влиять на оценку всего, что происходит. Хотя сказано в Писании «не судите» и «не судимы будете», но я предлагаю сейчас понять это следующим образом. Мы должны судить и быть судимы, ибо кто, если не мы? И в этом мире надо спасать и помогать ближнему. Конечно, царствие Бога не от мира сего, но мы пока еще здесь и должны делать максимум, что от нас зависит. Как в сфере информации, так и в сфере личной праведности, помощи своим товарищам, воспитания детей и того окружения, которое нам дано. Поэтому я призываю всех наших слушателей осознать, что они могут многое сделать, что их мнение тоже важно, когда сливается с тысячами и сотнями тысяч мнений таких же праведных товарищей. Само по себе добро не будет защищено. Мы должны от него сражаться сейчас, в информационной борьбе, чтобы потом не сражаться и не жалеть уже в более серьезных, а порой и кровавых событиях, как показывает нам история, ближних нам стран и всего мира. Многое зависит от нас, от того, что мы скажем и сделаем сегодня, от того, какой образ жизни мы ведем и какой пример подаем окружающим. Надо научиться объединять эти примеры, эти устремления, и не создавать самим себе скандалов, чтобы наше мнение, наша позиция была твердой. Информационный бойкот – однозначное, но спокойное осуждение, твердая позиция православных и верных. Только это, распространенное по всей стране, через все доступные средства информации, объединенное в социальных сетях православных и всех остальных тоже, способно реально изменить мир и встать на смену обществу, которого больше нет. Это община, объединенная воля, усилия и решимость людей, которые отвечают за свое будущее. И это и есть настоящий патриотизм и способ создания империи добра. С вами был ведущий проекта Степан Зотов. Если вы верите в империю добра, пишите мне. Изменим мир вместе.